психология. А он где пассажирское сиденье? Блять, смотри, мне все блестит, ё-моё. А ладно, не отвлекай, сейчас ёбнется, не дай бог, канистру. Где? Блестит, чё, я же, блядь, посягнул уборочный, нахуй, и всё это. Чё ты смотришь? А, на вторую. А? На вторую, да я смотрю, на каком ремне у тебя это? На втором. Основной на втором, а ведь задний идёт. Да, да, да. Дополнительный же сюда идёт. Да, да, да. Значит, у меня правильно. Ни хрена себе, смотрите, он как придумал. Блин. Вот лайфхак от настоящего механизатора. Ну, это же вот, когда хуяришь. Ну, по-настранному так же, да? Ну, это да. Припендет, лайфхак. Слабо же, блядь. Когда хуяришь, он потихоньку отстёгивается назад, уходит оборот. А я, блядь, газанул нахуй, потянул чуть-чуть нахуй. Усмерть, блядь. А вот это, смотри, видишь, тоже такая же фигня пошла. Ну и хуй с ним. А это что мне тут-то? Настрячить будешь? Глушок? Да ладно, нахуй, я чё ломать? Я ещё вот это, блядь. Я воронку вот вчера куда-то делал, блин. Ну, в общем, подобрал ты урок масла, да? А главное, самое. Блядь, я куда дел? Чего? Ты чё потерялся сразу? Блядь, барон вчера выключил это. Ты уже масло слил, да? Слил, блядь, дурак надо было завести, блядь, на холодную. Блядь, площадочка здесь новая, у меня всё вареное уже. Всё надёжно сделано. Ёбаный в рот. Нет, подожди, вот, что ты вот как ты сделал? Воронку, что-то? Воронку. Это воронка такая будет, да? А как ты заливал туда? Ну, я бы это придумал. Там... Я вот придумал, нахуй, там вот, и не упадет, да? Хуя не упадет. Сглазил, блядь. Блять, у меня где-то была маленькая воронка, блять, сейчас же все, когда надо, вот хуй найдешь, блять. Бля. Как, у тебя всегда такой порядок, и у тебя не найдешь, блять? Да вот уже в этом порядке сам заблудился, блять, запутался, нахуй. А может тогда это лишнее? В твоей жизни порядок. Блять, смотри, как все аккуратненько, на магнитиках. Это не то, бля, вчера заебись был. Че? Куда? Кому? Кому? Пахину, бля. А-а-а. Найдешь. Наверное, еще не выложили. Ты говоришь, что придумал вчера? Нет, вчера я заебись заливал. Сегодня уже, видишь, хуйня какая-то, бля, для нас же. Пропиталась маслом. Ну, другую вырежи. Шая. Короче, лайфхак не получился. Нормально. В принципе, надо только это ты. Наискосок вон там отрежь. На один раз. Закрепи болтом надежно. Вот так сейчас нахуй это. Ты ничего не промывал, да, Юрок? Нет, а что, надо промывать что ли? Ну нет, просто прошу. Вот тоже думаю, блядь, надо было это. У тебя вот здесь текет тоже, да? Где? Да нет, сейчас вроде. Там же, говорит, текет из-за того, что это... Масло переливаешь? Ну. Там, в самом редукторе. Он же, блядь, дохуя же болтыхается, блядь. Ну, смазываться должен, да. В ванночке. А там, говорит, надо вот этому болту, вот. Ну да, да. Все нахуй, там не надо, слишком нахуй. А как масло сливать? Как сливать, в смысле? Ну вот, вот оттуда снизу. Оттуда что? Да. Да никак, нахуй. Просверлил и вытекло, нахуй. С обоих сторон надо тогда, да? Или с одной? Генерального поколения. У нас четырехтактные.
Да. Зачем? Двух, наверное. Нет, у нас четырех. Небольших тракторов даже, блядь. А давай, как будешь заливать? Как? А ты вот как вот подошел и продавцу просто спросил, да? Или какую-то определенную марку? Как вот выбираешь ты масло? Я же тебе позвонил, Алан, ты че? Нет, а до этого-то? До этого я у тебя спрашивал. В этом же это же все еще у меня как покупал, как Женька этот идет же в комплекте сразу. Ну. Того Женька же помнишь, что он еще сказал? Ну я помню. Сразу помню. Вот это вот масло берите сразу на замену. А сейчас... Взяли, а сейчас видишь, блядь, надо было ту взять и сразу по это. Топанул нахуй. Ебать, а что-то вообще, блядь, какой-то мой этот. Чего? Светлый. А сколько надо? Светлый. А? Сколько заливает в этот двигатель? М? Блядь, не литр, грамм 700, наверное. 600? Я, по-моему, 600 заливал, что? Ты поехал, что ли? Что-то она слишком, блядь, это... А какое должно быть? Отработку бы залил бы. Непривычно. Еще. Чересчур чистое? Да. Оно же новое. Там все витамины в ней. О, все ништяки. Как мед льется. Золото. Нет, как медовуха тебе, блядь. Сколько так? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 940, правильно. 3, 4. Вот еще одно деление. 3, 4, 5, 6. Еще чуть-чуть, да? Хули года, сейчас посмотреть и все нахуй. Да. Все, надо его чуть-чуть это. Смотрите, как нахуй. Это специально, да, чтобы не буксовать? Зачем? Колес выпирается, чтобы ни назад, ни вперед, нахуй. А тебе с этой стороны удобнее, да, делать? Это тоже, да, такой лайфхак? Да, да. А что ты ключи проебал от машины? Как проебал? Потом твою шайбу встали. Какую шайбу? Такой нет систульки, я там тебя свистнешь и... Ну что, Юра, какие рекомендации будущим механизаторам сельского хозяйства? Почему будущим, блядь? Нет, ну вообще, вот, может, этот ролик, может, молодые будут смотреть. Им какие пожелания? Как за техникой нужно следить? Вот так вот, смотрите, блядь. 4 года, 5-й год ему. Этому культиватору, нахуй. Он я. Блядь, чуть... Весной? Выведет, подышит, помоет. Пропуяй огород. Вон как сделал. О. А это у тебя какой? Передний? Как у тебя же, зад. А, ну удобнее, согласись, да? Конечно, я тут сразу вверх, и знаешь, что зад. А, это... а мне, короче, блядь. Нет, ну кому как? В комментариях тоже пишут, тут, типа, как вы поставили, блядь. Для меня вот этот зад, вот этот, когда наверх, это удобнее, блядь. Чем? Да, вот этот передок, ну как полагается, блядь. Можно перекинуть. А нахуя? Вверх-перед сделать. Это, блядь, как, я хер его знает. Вот так ручкой брать, нажимаешь. Ну-ка, вот, давай, вот, поставь руку. Едешь, наверное. Вот как вот едешь, допустим, вперед. Ну, вперед. Вот, нахуяешь, но это неудобно, да, держать постоянно надо. Рука в напряге, правильно? Для напрягов. Вон есть и баложка. А, ты тоже такую же сделал, да? Хуяк, резинку. Чикар, блядь, и все, едешь одной рукой. О, у меня тоже такая же. Только потом, чтобы не потеряться, когда остановишь, например, надо, нахуй. Чтобы надо вовремя слово, чтобы остановился. Ты здесь видишь, что такая мне хуй. Вонючка, типа. Салон, чтобы ты здесь не гребел, Калек, не ходил. Здесь что делал? Тут постоял и все.
Ёбнуться никак не ёбнулись они, мы бы услышали нахуй. Ну, в общем, вот так ты рекомендуешь, да? Да, следите, мужики, за техникой нахуй. Не нахуй, а нахуй. Нахуй. Как за бабами, на, за бабой. У тебя, наверное, Мирок, баба обижается, да? Ты ей мало времени уделяешь. Скажи, у меня своя баба есть. Помнишь, что ли, это, да? Чё, так и не нашёл? А куда ты ходил? Ты же уходил, когда ну, ладно, куда-то. Чё. Вот такие вот пожелания от добросовестного механизатора.